Буквально вчера на этом месте стоял Hyundai Solaris, и причем точно такого же цвета, с аналогичными повреждениями. Удар в заднюю часть, догнал впереди стоящий автомобиль, разбили мордяху. Но на примере Kia Rio давайте еще раз посмотрим, что нам предстоит делать. Восстанавливаем крышку багажника, восстанавливаем заднее крыло. Сейчас, дорогие друзья, такая обстановка на рынке запчастей, их либо нет, либо стоят они конских денег. Заднее крыло я даже не смотрел, потому что, ну, не вижу смысла, знаю наперед. Китайское говно, оригинальное стоит дорого. Крышка багажника, китайское говно, оригинальное стоит дорого. Вот водительская дверь, сейчас как раз вот на подобный автомобиль ищу дверь. Ну так, для справки, китайская стоит 14 500. Посмотрим вообще, что за качество. А БУ оригинал 25 тысяч. Крышки багажника целые за 20. В общем, я в данной ситуации не вижу никакого варианта, кроме как восстанавливать и крышку, и заднее крыло. Тем более, если мастер это умеет делать качественно, то не только экономически выгодно, но и плюс по качеству ремонта родная деталь будет гораздо лучше, чем мененная. Потому что, как мы все знаем, заднее крыло стоит, это цельная часть кузова, вваренная, несъемная. И поэтому важно до последнего стараться сохранять такие детали. Сейчас мы начинаем разбирать, а так, чтобы был общий вид, вот смотрите, насколько жопа съехала. У нас вот здесь должно быть примерно крыло. Вот, 15 сантиметров, 15 сантиметров. А, так, вот так должно, вот этот угол должен быть примерно в этом месте. Угу. С этой стороны крышка багажника заехала за крыло. Вот интересно, да? Смотрите. При этом заднее правое крыло осталось на месте. Но я думаю, что все-таки это условно. При этом же у нас задняя панель деформировалась. Сейчас крышку откроем. Ага, вот так. То есть вот это залом. С одной стороны даже большой плюс, потому что лонжероны остались на месте. И правая часть кузова не пострадала. У нас крыло и панель. В данном случае, скорее всего, панель будем восстанавливать. Скорее всего, мы будем ее восстанавливать. А крыло без вариантов, только ремонт. Сейчас разбираем машину. И, думаю, через денек-другой посмотрим качество подгонки родных деталей. Запомним состояние. Вон, даже, смотрите, крышку открыла. Внутренняя часть пенки оторвала, сломала хребет ей. Это заводская зона деформации. Ну, здесь вот еще смотрите. Ну, ее вот так и сломала. Но в умелых руках это все не проблема.